каждый человек, который начинает общаться с ними, он же просто человек, он загрязнен. Он, как в этой книжке есть картинка, где мы, как они говорят, нам сверху-то вас некоторых-то не видно, вы засорены сильно. Они предлагают почиститься. И как бы мы ни чистились, мы живые люди, сколько ни пытайся вытащить из себя вот этого, да, да нескончаемое там количество, да, но это не повод, чтобы нам не давать новые способности. Мы должны начать, и как бы все этот процесс дальше идет. Поэтому человек, который начинает общаться, он неизбежно засорен, все равно его убеждения какие-то, они присутствуют. И он начинает немножко искажать. Ну да, вот к вопросу искажения есть такая метафора также, что если ты можешь быть чистым, как алмаз, самым чистым, все замечательно, но обычно их нужно огранить, сделать огранку, чтобы оно избежало всяких примесей, преломлений, искажений. И ты же вот говоришь именно об этом. Вероятно, одно из искажений — это болезнь человека. А то, что ему получается, согласно его жизни или жизням, выпадает. Есть замечательная картинка про кровожадные растения, которые готовы съесть, скажем так, не мушку, а уже целого человека. Расскажи об этом в своем видении и главе своей книги. Есть такая глава, картинка у меня, как говорится, вот и видна, и перед глазами она стоит. И я хочу сказать, что картинки все, которые рисуются человеком через визионерский канал, они настолько реальны, они настолько входит в человека, что человек может через много лет совершенно ее спокойно помнить. Вот. И вот на этой картинке это беспечный сеятель пороков своих. Пороков не физического плана, да, что он там родился неполноценный, а именно то, что он сначала засевает свои пороки. Ну, это если самые такие брать, как говорится, знакомые всем, это пьянство, раздражительность, там, ругань, ну, много, каждый знает их, то он, этот сеятель, беспечен в том смысле, что он беспечен и неосознан, и он не понимает, что засеивает поле своей жизни своими проблемами. И то, что эти проблемы вот здесь изображено так, что ростки, которые за его спиной входят, восходят, они его и начинают как бы вот губить. Поэтому вот это непонимание, что наши мысли, слова, действия, они и формируют нашу реальность, да, как бы это никак не отвертится. Да, но здесь оно передано очень в топку, как говорят, да, что именно своей жизнью, своими деяниями, словами, мыслями ты подпитываешь те самые ростки, которые вырастают до того состояния, когда готовы тебя, что ли, поглотить. И да, вот это омрачение и ума, и тела, вероятно, вот оно и приводит, результаты. Получается, должно уже сделать операцию кто-то, либо сам себе, чтобы избежать от этого. Да. Может быть, есть совет, как этого избежать? Как это его избежать? Один совет – осознанность. То есть, если человек не осознан, он не понимает, что происходит, если он не развивается, он просто как бы вот не поднимается на тот уровень, когда все это очевидно. Вы знаете, у меня, если уместно, приведу такой пример, я его ребятам часто привожу, когда мы рисуем, когда мы беседуем. Человек не понимает, что он своими мрачными какими-то настроениями, поведением сам себе прокладывает дорожку, и там его ждет, как на этой картинке. Котенок, который как бы, пришел вот в мою жизнь, в мой дом, да, он первый раз увидел кисточку на полу. Она упала, он ее увидел. Да? И он совершенно непонятно, что это такое. И вот что я наблюдала, и как бы мне было интересно, думаю, посмотри, как интересно, это же метафора. Он, значит, начинает ее шевелить лапкой, двигать за край, да, а на том краю, где ворс у кисточки, да, она начинает двигаться. И он пугается и убегает. Он начинает опять ее двигать, а там она его пугает с той стороны. И я смотрю и думаю, это же как мы. Мы тут себе создали такой мрак,
он ничего не получится, это все безнадежно. Когда мы к этому пришли, факту, и у нас все рушится, мы не понимаем, что эту кисточку с этой стороны мы же шевелили-то. Кто шевелил? Этой взаимосвязи, понимание, оно отсутствует. Получается, что вот это невежество, оно способствует, ну что ли, затуманиванию разума. Получается, дорогие друзья, вы на правильном канале, пробуждайтесь, пожалуйста. Светлана, одну из тем, которой ты касаешься в своей книге, это время и пространство, вероятно, взаимосвязи. Мы все живем в этом времени, да, в этом пространстве. Вот что картина олицетворяет собой? На этой картинке, она мне самой очень нравится, здесь очень интересно показана символическая, метафорическая картинка. Опять используется спираль, да? Но спираль, она закручивается сверху, она расширяется, а вниз сужается. И человек идет по своей жизни, то есть по времени, да? И он не замечает, каким образом он начинает опускаться или деградировать, вот так можно сказать, да? Но у нас еще есть в нашем пространстве, так было задумано Творцом, противоборствующие силы, так называемые. В книжке иногда, тут я упоминаю их как серые, вот, у них своя работа. Их работа заключается в том, чтобы нас разводить. Они очень изобретательны в этом и стараются, работают просто... Не покладая рук. Не покладая, трудолюбивые, неусыпные. То есть, в общем, работают и работают. И вот в чем же заключается их работа. В этой картинке я бы сказала, что здесь момент такой, как на нас воздействуют эти силы через социум. То есть, навязывая нам то, что нам по существу не очень нужно. То есть, прививая привычку не обходиться тем, что у нас есть, а без конца, значит, что-то приобретать, это и вещизм, и накопительство, то есть вот эти все моменты, причем на этой картинке, посмотрите, они нам не видны, они находятся на какой-то платформе, с которой спускают нам такие, знаете, как какие-то приманки на длинных удочках, на которые мы ведемся. При этом мы берем то, что нам нужно, то, что не нужно, совершенно неосознанно. Мы не понимаем при этом, что происходит. И видя следующую наживку, мы как бы поиграли этой вещью, потом нам нужна следующая, но все время идет процесс спускания как бы вниз человека, опускание его, деградация. И на этой картинке как бы показано то, что не видим мы, когда нас просто затягивает вот в этот процесс. Но на картинке показано, конечно, условно, что это какие-то коробки, подарки, то, что нас привлекает. Вы понимаете, у каждого свои приманки. Каждый ведется на его разводку. Получается, что люди вовлекаются в этот процесс потребления, что желание владеть чем-то, бесконечно владеть, оно просто... мы утопаем в этих желаниях, и они не дают нам дальше подняться, развиваться. Почему такой процесс? Первое, почему мы все-таки падки на эти подарки, или в кавычках подарки, да? И почему вообще нас соблазняют, скажем так? Да, очень интересно, потому что нужно изначально человеку знать просто, как устроен мир, как устроены мы, и что происходит, что за игра, почему разводят, почему ведемся, да, это классные вопросы. Если в нашей системе, да, есть плюс и минус, то есть дуальный мир, да, у нас есть хорошее и плохое, мы все разделяем, да, то у нас есть силы, которые препятствуют нашему развитию. Для чего? Для чего им препятствовать? Развивались бы, и как ракеты взлетали все, было бы классно. Нет. Потому что наш путь развития, сейчас вот до призвания уже мы дошли, да, предполагает
наше совершенствование. И двигаемся мы куда? Все мы к Богу двигаемся. Да? Не смотри, что кто-то убивает, грабит. Да он тоже вот таким своим путем туда идет. А как же узнать Богу, что этот человек подходит ему, сотрудники? Ведь у нас следующий этап – это мы переходим в тонкий мир. Да? Умираем ли мы или переходом? Ну, в общем, как-то. Да? А ведь того, кто ведет себя несоответственно законам тонкого мира, да, он туда просто попасть не может. Там стоит такой фильтр, да, что, как говорит Творец, мне не нужно. Мне не нужно таких людей, да еще в таком количестве. Мало еще того, скажу, что нижнему миру, они говорят, а нам зачем это барахло? Ленивый пьяница, да? Зачем он нам нужен? Нам сотрудники нужны, такие бойкие ребята, да, у нас своя работа. Вот. Поэтому ни туда не нужен, ни туда. Но это отдельная история, как бы, что там происходит с людьми. Поэтому, если наш Творец испытывает, да, он говорит, а вот это, а преодолеть при жизни можешь это, да? Как говорят мудрецы, да, если ты будешь довольствоваться тем, что у тебя есть, тебе не нужно будет вот это вот все собирать, захламлять, захламляться и умереть, и так и не купив то, что ты все хочешь, да. Поэтому это как бы вот разумный такой процесс, очень рациональный, и у человека всегда есть возможность подняться. Как говорят, у святого есть прошлое, да, у преступника есть будущее. То есть у нас есть такие святые, наши русские, да, которые из убийц поднимались в святые. Поэтому возможность нам Бог всегда дает проснуться, пробудиться, осознать и уже вот по этой спирали не катиться вниз. Ну вот мы плавно обрели на тему законы этого мира, да, согласно которым вот могут происходить и такие, ну, уроки, да, задачи, которые переходят в уроки, которые ты сдаешь или не сдаешь, да. Оказываешься в срединном мире, что ли, если вот так говорить, между верхним и низким. А какие еще вот законы мироздания, вот что ли, касаемо людей, да, вот ты описываешь, о чем? На самом деле здесь многие темы, может быть, это не звучит как закон, да, прям вот так жестко, как законы, но правила, нарушая которые, человек нарушает законы. А правила общечеловеческие, ничего тут так особенного нету, да, но в нашем понятии, что они должны быть где-то там выбиты в мраморе золотыми буквами, да, у нас есть заповеди, но законов намного больше, вот, поэтому человек, развиваясь, например, я могу сказать о том, как это может происходить, имея телепатический канал, ты просто подходишь своей жизнью, вот я могу про себя сказать, что недовольством тем, как я себя веду, как я как бы вот там поступаю иногда, да, меня наставники мягко выводят к тому закону, к которому я подошла и готова его понять и принять, что я понимаю, что так не надо делать, что так не нужно. Поэтому законов здесь глав 50 в книжке, 50 картинок. Каждая глава, она описывает, знаете, для человека, они так сказали, эта книжка тогда, когда это начиналось, да, эта книжка будет для тех людей, которых вы очень любите, которые сидят у вас дома, это ваши родственники, и которые иногда вам говорят, ты чем там занимаешься, в секту, что ли, вступил? То есть они совершенно далеки от этого. Но что происходит? Когда человек начинает общаться с ними, да, с наставниками, он неизбежно начинает подниматься по лесенке. Он это узнал, завтра он то узнал, да? Он начинает не мрак из себя источать, да, а свет. И что происходит? Меняются родственники. И люди иногда говорят, что ты там делаешь, слушай, какое призвание? Я тоже хочу узнать. Они приходят и говорят, невероятно, но мой родственник тоже хочет. We'll be right back.